Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеороликов для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла в теплицу, где у меня высажена капуста. Я хочу показать вам, какие всходы капусты получились, которые мы сеяли во время видеоурока в марте. Вот видите, капуста уже большая, у нее 2-3 настоящих листа. В некоторых местах я уже ее выбрала. Тут уже на это место поставили на время похолодания томаты, потому что у нас идет холод, и все поздние сорта томатов теперь у нас в капустной теплице. Вот. Вся рассада здоровая. Я высаживала, делала фото. Дней черный год, ничего в ней нет. Ой, все скрипит. У нас штормовое предупреждение, похолодание, ветер. Рассада прекрасная. Вот это подтверждение того, что рассаду дома капустную не нужно сеять. Сеять ее нужно или в холодных теплицах, или в холодных рассадниках. Вот сейчас наступит тепло, и, пожалуйста, ее можно высаживать на улицу. Вот эта скороспелка, она уже начнет завязывать кочаны. Там у меня поздняя, она немножко поменьше, но все равно она вся хорошая. Сейчас покажу позднюю. Вот позднюю, вот эту, ну, а зимнее хранение я сеяла немножко попозже. Но все равно она хорошая. Мы ее поливаем, когда она даже не падает. Она крепкая такая, устойчивая. Сейчас покажу. Вот это самые поздние всходы. Все всходы хорошие, дружные. Так что в окончании этих видеоуроков, как получить здоровую и крепкую рассаду, я вам вот показываю. Сейте рассаду капусту в холодных условиях, пусть она растет на холоде, и у вас будет здоровая, крепкая рассада. Все, до свидания.